Новое слово в переработке мусора. В соответствии с областной целевой программой в Тольятти заработала невиданная в регионе схема. Из отходов там производят компост. Его используют для осушения болот. Подробности этого экопроекта выяснял наш корреспондент Николай Пряхин. Теперь содержимое мусорных контейнеров не отправляется прямиком на свалку. Сначала сортировочный пункт. Там мусор разделяют на бумажный, стеклянный, пластмассовый и металлический. На этом этапе отбирается уже 60% отходов, которые отправляются на переработку. Остальные 40% идут сюда, на Тольяттинский мусороперерабатывающий завод. Единственный в области. Это один из главных цехов мусороперерабатывающего завода. Именно здесь производится его основная продукция, полезный компост. И вот сейчас в этих 60-метровых барабанах идет процесс биотермического компостирования. На выходе получается компост. На этом специализируется наше предприятие. Вот. Компост востребован на полигонах для их рекультивации, для восстановления заболоченных земель. Вот, в Самарской области. На стадии производства компоста мусор снова просеивают и разделяют по типу. Пластмассовым отходам дают вторую жизнь здесь же. Изготавливают современные мусорные контейнеры и другие изделия из пластика. Те отходы, которые не подлежат к компостированию, они у нас захораниваются на санкционированных полигонах. Данная схема позволяет нам увеличить объем перерабатываемых отходов и, соответственно, снизить объемы, поступающие на полигоны для захоронения. Снизить эти объемы удалось до 20%. Это значит, что из всех отходов города на полигоны отправляется всего пятая часть. Областная программа совершенствования процесса мусоропереработки рассчитана до 2020 года. В планах распространить тольяттинскую схему утилизации отходов на весь регион. Предусмотрено практически на всех полигонах строительство мусоросортировочных станций. И кроме того, запланировано строительство 3 комплексов по переработке отходов. Проектирование и строительство 3 новых заводов планируется начать в 2014 году. Николай Пряхин, Екатерина Деменчук, Борис Кислицын и Владимир Терентьев. Новости губерния, Тольятти.